дрон полетів. Давай, Віталь. Это не круто. Это не круто. Самое главное, что мы должны пребывать в таком молитвенном состоянии, знать, что когда мы читали Писание, тогда мы не понимали, как это будет, когда написано, что услышите о войнах, о военных слухах. Вот. А мы слышим эти военные слухи, как взрываются, как гатят, как там, значит, вот стекла. Вот. И понятно, что очень много уже жертв, очень много. Вот, молимся за наших братьев. Мы сейчас, я разговаривал с братом, который несет срочную службу. Вот. И там вообще 700 метров от них стояла соседняя воинская часть. Стерли порошок. Вот, и значит, и он тоже есть такой в страхе. Поэтому надо молиться друг за друга, чтобы Господь хранил своих. Мы будем потом удивляться, как Господь охрану детям своим. Поэтому, если вдруг кто тут находится, начался обстрел, дверь в подвал должны быть закрыты. Не на замок. Не на замок, но прикрыты они должны быть. Прикрыты должны быть.
поэтому тут всегда надо как бы теперь это дело отслеживать. Кто наверху находится, сразу надо опускаться в подвал. Сразу надо опускаться в подвал. Потому что там окна большие, фармуги большие, значит, и так далее. Ну, это такие вот первые самые моменты. В таких условиях выдаем помощь. Вот это подвал. А сейчас я вам покажу, где они живут. Можете смотреть. Вот это вот там вот подвал за кустами. А вот это просто все повылетало. Это просто... война. Пожар тушили. Машина тут в хлам. Кусок бетона прилетел. Друзья, молитесь за Харьков. Молитесь за нас. Так, тут что у нас, котлетки? Это вчера нам привозили эти тефтельки, а сегодня я их подогреваю. Так, да, мы вас приветствуем. Так, куда добрались? Пока в нижний класс, Пока или посидите на улице, подышите свежим воздухом. Садитесь, мы можем снимайте, пока, пусть да? Посидит здесь. Чего? Сейчас. Полярчик делал, да? Вдвоем. На земле. Хорошо. Где поставим? Может, где? Да, вот здесь ступенек. Вот, побачите маленький дом. Ой, вот. Родные. Так, давайте. Спасибо. Родички. И руку. Спасибо вам всем, друзья дорогие. Виталя, да? Да. Да. Кофта. Сейчас вы пока оставляйте. Мы сейчас сообразим, где лучше поставить. Знал момент какой-то, который никогда нам неизвестный. Обласний департамент цивільного захисту закликає жителів Київського району, а також житлових масивів на півночі та сході міста залишатися в укриттях протягом усього дня 19 квітня. В разі, якщо ви перебуваєте на вулиці, увесь час тримайте в полі зору можливе укриття та прямуйте до нього за перших звуків обстрілу. Київський район. Київський район большой. Ну, як раз возле убежища. Салтовка тоже Київський район. Місто. Да, да, рядом все через дорогу. Ну що робимо? Продовжуємо трудитися. Закуповуємо зонтики. Зонтики закуповуємо. Може бронежилети? Летітиме згори. А, ну все. Твердого духом ти храниш в совершенном мире, ібо на тебе уповає Бог. Поэтому, друзья, приходят мысли и сомнения разные, но продолжаем делать пока то, что делали, и будем рассчитывать, что Бог благословит. Употреби нас для славы Твоего чудного святого имени. А также сохрани, Господь, братьев, кто где поедет, сбереги в деснице Твоей. Дай милость, Господь, чтобы нам... и быть защищенными Тобою, и там, где мы раздаем пакеты, чтобы это было как доброе свидетельство. Да прославишься Ты, Бог наш, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Вот у бабушки сегодня день рождения. Улыбнитесь. Оба. Слава Богу. Конечно, молится бабушка, да, бабушка? Да, каждый день. То, не дай Бог, что и дом разрушило бы. Так что слава Господу. Вже ребята приїхали. Помагаю. Почему я люблю тебя, драгоценный спаситель мой? Отчего слезы радости застилают глаза? Ибо слышу слова твои,
обращения и милости, и в сердечной мольбе могу все тебе рассказать. Нетрудно идти в пути, и где я покой найду, но знаю, что ты впереди, с тобой я дойду. В тебе, о Спаситель мой, сокрыта моя любовь, на все я готов пойти, но только с тобой. Почему мне так дороги те минуты общения? Отчего так восторженно я смотрю в небеса? Ты, Господь Искупитель мой, подарил мне спасение, и ценнее и ближе мне стало небо краса. Трудно идти в пути, и где я покой найду, но знаю, что ты впереди, с тобой я дойду. В тебе, о Спаситель мой, сокрыта моя любовь, на все я готов пойти, но только с тобой. Бога Всесильного, пребывать в единении непрестанно с тобой. Хоть и труден мой путь земной, добрый пастырь, дай силы мне, претерпев испытания, перейти в край святой. Нетрудно идти в пути, где я покой найду, но знаю, что ты впереди, с тобой я дойду. В тебе, о Спаситель мой, сокрыта моя любовь, на все я готов пойти, но только с тобой. И разбитое життя я положу, дух засмученный вас прикреплю, и разбит.